Уже за сутки до торжеств на главных площадках праздника ТНВ развернул передвижные телестанции. На площади тысячелетий Парад Победы снимались 14 камер. Это и коптеры, широкоугольные объективы и оптика с 80-кратным увеличением. Все для того, чтобы передать зрителям все детали, эмоции и масштаб этого события. Все эмоции лайв, все движение в лайв и так далее. То есть в этом и есть основная прелесть телевидения, основная прелесть работы в прямом эфире. Это сам прямой эфир. Парад в первую очередь эмоции. Порой бывают прямо вот этот взгляд, они смотрят в трибуну, и трибуна смотрит на них, и вот этот вот магнетический огонек между ними, прямо искра, она проскальзывает, это видно. На склоне Кремля с лучшим видом на праздничную площадь работала наша выездная студия. Весь ход шествия акции «Бессмертный полк» на протяжении 2 часов с 21 камеры снимала передвижная телестанция. Режиссеры показывали и обзорные планы сверху, и находили крупные планы участников. Шествие комментировали из специальной студии на ТНВ. Переживаем вместе с участниками, потому что это действительно очень большая честь и большая ответственность рассказать о войне. И молодое поколение знало о том, насколько героическими были наши предки. С 8 утра и до 10 вечера в прямом эфире ТНВ сегодня 9 выпусков новостей на русском и татарском языках. Из разных городов республики корреспонденты 10 раз выходили в прямой эфир и подготовили более 30 репортажей со множеством эксклюзивных подробностей. День Победы – это очень знаменательный день для всей нашей редакции. Мы обязательно приходим с самого раннего утра. Здесь люди, чьи деды внесли свой посильный вклад в эту великую победу. Силы и уверенность дают, конечно же, наставления наших продюсеров, наших главных редакторов. И, конечно же, ты понимаешь, что на тебя смотрят твои любимые зрители, твои родственники, друзья. Над праздничной эстафетой телепрограмм сегодня работал весь телеканал. Только одних видеокамер 42 единицы. Мы уже получаем обратную связь от наших телезрителей, которые смотрят ТНВ «Планета», ТНВ телеканал в разных городах нашей страны. Мы, как крупнейший национальный холдинг, вещаем далеко за пределами даже России. И все видят, как празднуют эту великую дату столица Республики Татарстан. Как прошел День Победы в Татарстане, можно будет посмотреть в любое время. Все трансляции и репортажи представлены на нашем сайте, YouTube, телеграм-каналах и в социальных сетях. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.